И снова здравствуйте, с вами все тот же Кулик Артем. Давно не виделись, ребята. Но сейчас у меня новый этап в моей жизни. Теперь я занимаюсь функциональной подготовкой в Академии Донецкого Шахтаря. Теперь я готовлю ребят к профессиональной футбольной карьере. Будет интересно, смотрите, наблюдайте за нами. Надеюсь, этот раз будет интереснее, чем прошлый. Спасибо за внимание. Что ты скажешь? Ты принимаешь капитуляцию? Давай, Алексей! Два! Как и обещали! Хватит! Больше... Ну что, как твое впечатление? Как настрой на игру? Боевой? Что еще скажешь? Как ты хочешь сегодня сыграть? Хорошо. Что ты хочешь, чтобы у тебя получилось? Все. Ты что, нервный? Нервничаешь? Привыкай. Я вот смотрел вчера, как брали интервью у Месси молодого и у Эскере. Ну, как было там?